побывала, это спасибо по-хорватски. Я говорю тебе благодарочка за то, что смотришь мои видео. Да, Хорватия – это страна нереальной красоты, которую хочется не только фотографировать, а познавать как нового друга. Ну или подругу. Друзья, в этом выпуске я вам расскажу много интереснейших фактов о невероятной стране, в которой я бывал уже много раз и обязательно вернусь еще. Приятного просмотра! Итак, друзья, что же нужно знать о Хорватии? Страна находится на юге Центральной Европы, частично на Балканском полуострове. На протяжении всей своей истории эта земля ощущала на себе политическое и культурное влияние разных центров. И Римской империи, и Королевства Венгрии, и Венецианской республики, и Австро-Венгрии, и Османской империи. Также Хорватия была в составе Югославии и свою независимость обрела в 1991 году. Хорватия волшебно красивая и совсем небольшая. По территории она всего в два раза больше Киевской области. Столица страны Загреб с населением 800 тысяч. Во всей же Хорватии живет 4 миллиона 200 тысяч человек, и 90% из них составляют хорваты. Так что в этой стране, как говорится, все свои. Ну, если не учитывать миллионы туристов. Хорватия входит в топ-40 самых популярных туристических направлений мира. Туризм – очень важное звено экономики и составляет 15% ВВП. Чем же манит иностранцев Хорватия? В первую очередь красотой Адриатики. Хорватский участок Адриатического побережья самый чистый. Прозрачность воды достигает 50 метров. Кроме моря, туристов привлекают местные национальные парки, заповедники и, конечно же, средневековые города. В Хорватии два туристических сезона – низкий в мае-июне и сентябре-октябре, а также высокий с июля по август. Зимой в Хорватию почти никто не едет. Странно, потому что вне сезон много теплых дней и практически нет туристов. А это лучшее время для прогулок по старинным хорватским городам и исследования побережья. Но вернемся к высокому сезону. А в это время жилье в Хорватии откровенно дорогое. Отелей в городах-курортах не хватает, но их активно строят и реновируют старые югославские. С апартаментами ситуация гораздо лучше. Но бронируйте заранее, за полгода или хотя бы за 3 месяца. Потому что в разгар сезона выбор невелик, ну и цены будут просто сумасшедшие. Боже, я как вспоминаю свою поездку в Апатию, сколько мы платили. Ну да ладно, сейчас не об этом. В июле, в августе жилье с хорошим ремонтом и техникой недалеко от центра моря стоит 100-150 евро в сутки. В низкий же сезон эти апартаменты можно будет снять за 75, максимум 100 евро. Если состояние жилья и локация чуть похуже, то и цена, соответственно, ниже. От 65 до 80 евро в высокий сезон и 45-50 евро в низкий. Кому и куда ехать в Хорватию? Эта страна отлично подойдет и для соло-путешествия, и для романтической поездки. И, конечно же, для семейного отдыха. В стране можно выделить 3 основные курортные зоны. Это полуостров Истрия и побережье Кварнера с холмистым ландшафтом, открыточными городками и ароматной средиземноморской растительностью. На Истрии больше всего ощущается веяние Италии, в частности, в кухне. Если говорить о пляжах, то здесь в основном бетонные платформы, природные камни и плато, а также небольшие галечные лагуны. В Истрии классно отдыхать друзьям и влюбленным, в том числе влюбленным в природу и архитектуру. Среди популярных точек в Истрии – курорт Медулин с песчаными пляжами и мелким морем. Сюда можно приехать с детьми. Умаг с пляжами под голубыми флагами, Порич, романтичный Ровень, центр древнеримской архитектуры Пула и Апатия с мягким климатом, красивыми видами и лавровыми лесами. Вторая курортная зона Хорватии – это Средняя Далмация. Она лучше всего подходит для семейного отдыха. Развлечений здесь хватает, пляжи галечные, мелкогалечные, с удобным входом в море. Среди самых известных курортов Средней Далмации – это Макарская ривьера, Шибеник, Омиш, Брела, Башка, Вода, Трогир, Сплит, острова Брач и Хвар. Тут хвойный аромат, уединенные бухты и заливы с бирюзовой водой.
Южная же Далмация – это край гор и островов. Кроме легендарного Дубровника, сюда относятся маленькие курортные города Цавтат и Плат, острова Калачеп и Лапут, а также остров Млет. Эти курорты предлагают туристам не только отличные пляжи, но также хорошие отели, рестораны и множество экскурсий и развлечений. Большинство пляжей в Хорватии муниципальные со свободным входом. Многие отмечены голубым флагом. За шезлонги и зонтики нужно доплачивать, но при этом можно спокойно постелить полотенце и наслаждаться отдыхом за 0 евро. А в Адриатике прямо у берегов немало морских ежей. Так что, пожалуйста, берегите пятки и купайтесь в специальных тапочках. Их можно взять с собой, купить в хорватском дьюти-фри или сразу на местном рынке или в супермаркете. Самый популярный курорт Южной Далмации и вообще самый известный город в Хорватии – это, конечно же, Дубровник. Его старая часть – это музей под открытым небом, где смотреть внимательно стоит абсолютно на все. Дубровник входит в список наследия ЮНЕСКО как город-памятник Европы эпохи Возрождения, наряду с Амстердамом и Венецией. Среди знаковых достопримечательностей старого города – мощные оборонительные стены, фонтаны итальянского архитектора Онофрио да Лакава, францисканские и доминиканские монастыри. Главная улица старого Дубровника – Страдум – сверкает чистотой в любое время года. Каждый день ее и другие улочки старого города моют шампунем. Днем в Дубровнике очень много народу, поэтому приходите в старый город с утра пораньше и насладитесь его красотой, послушайте уличных музыкантов, посмотрите, как местные лодочники и капитаны готовятся к насыщенному дню. Марина в старом городе Дубровника забита лодками, как Бангкок мопедами. Конечно же, я рекомендую взять лодочку, прокатиться, насладиться не только старым городом, но и островами, близлежащими островами. И скажу вам честно, это удовольствие не из дешевых вообще. Так вот, вы можете взять лодку, прокатиться вокруг старого города, либо выбрать себе Sunset Tour, то есть тур, который подразумевает на закате, когда вы видите старый город в таких раскатившихся солнечных лучах. И все это удовольствие будет стоить вам около 45-55 евро человека. Да, совсем не дешевое удовольствие. Понятное дело, что это будет отдельная лодка, там, где вы будете ездить самостоятельно. Но для сравнения, в той же Черногории прокатиться на лодочке в городишке Перост к ближайшим островам и обратно стоит 5 евро человека. А здесь, в Хорватии, в Дубровнике, 50. Вот такая вот математика. В Хорватии недешево передвигаться не только на лодках, но и на авто. Стоимость 95-го бензина – 1,5 евро за литр. Также в стране платные автобаны, и цена за проезд зависит от расстояния. Например, отрезок Загреб-Дубровник стоит около 35 евро, а Пула-Умаг – 7 евро. Кроме того, как и по всей Адриатике, в Хорватии встречаются платные туннели, цена за которые крутится в районе 5 евро. Параллельно с платными есть и бесплатные дороги, которые проходят через города и села. В пункт назначения тоже доедешь с ветерком, просто этот ветерок будет дуть намного дольше. В списке возможных транспортных расходов также паром. За автомобиль и 4 пассажиров придется заплатить от 20 до 80 евро. В Хорватии мало крутых машин, авто здесь вообще не считается роскошью. Машина есть у 90% жителей. Даже бабуля, которая еле доходит до авто, садится в машину и едет по делам. Многие местные машины не закрывают и ключи оставляют в зажигании. Хорватия – безопасная страна, здесь камеры повсюду и преступления раскрываются на раз-два. В Хорватии большие проблемы с парковками, они везде платные и мест, конечно же, не хватает, даже во дворах. Стоимость парковок от 1 евро в час в большинстве мест и до 3-4 евро в час в Дубровнике. Я в Дубровнике передвигался на Uber. Говорят, что и на автобусах абсолютно удобно, они курсируют с раннего утра и до позднего вечера и доставляют в любую точку города.
Жить дешевле в спальном районе Дубровника. Мне даже больше, честно говоря, нравятся эти нетуристические зоны, потому что можно увидеть, как живут местные, прочувствовать атмосферу, ну и достопримечательности вне старого города посмотреть. Это и мост Франя Туджмана, и реку Дубровочка, и красивые обзорные площадки с видом на домики и острова. Потому что старый город Дубровника словно большой сувенир. Там в основном только туристы. Честно говоря, местные жители, которые не работают в сфере туризма, заезжают в старый город 1-2 раза в год. Я бы, конечно, заезжал чаще, чтобы поесть веганское мороженое у Цани в Евлавке Сладоледарна и выпить лучшее эспрессо в городе у Ани в ресторане при отеле Старый Град Бутик Отель. В выпуске с этими предпринимателями смотри на моем бизнес-канале. Местные принимают красоту своего города как данность, а вот гости Дубровника с удовольствием наслаждаются старым центром, который на весь мир прославили создатели «Игры престолов». Среди популярнейших съемочных локаций – лестница, по которой спускалась обнаженная королева Серсея. В реальном Дубровнике над лестницей находится собор Вознесения Девы Марии, и, естественно, церковь была против такого разврата. Для съемки сцены оригинальные двери в храм и колонну закрыли досками. Но, как вы поняли, Дубровник невероятно инстаграмное место. Мне кажется, здесь можно фотографироваться абсолютно с каждым кирпичом. Но сейчас мы находимся в том месте, которое оценят не только любители красивых фотографий, а также фанаты сериала «Игра престолов». Именно по этой лестнице спускалась королева Серсея. И ее подвиг время от времени повторяют девушки из разных стран, полностью обнажаясь и спускаясь по этим ступенькам. Этого я сейчас делать не буду, у нас ночное время, но не по этой причине, потому что я просто делать такое не буду. Так вот, если вы будете здесь на лестнице иезуитов в Дубровнике, я также рекомендую спуститься буквально 50 метров вниз к рынку, там находятся фонтанчики. В 12 часов дня, придите за 10 минут пораньше, в 12 часов дня местные власти кормят голубей ежедневно. Так вот, слетаются сотни, иногда, мне кажется, тысячи голубей, которые кормят, и вы также сможете сделать не только красивые фотографии, а также посмотреть на вот этот весь процесс кормления. Присесть рядом в ресторане, в кафе, либо подойти и самим покормить. Только будьте, пожалуйста, аккуратны. Когда голуби поднимаются и летят на еду, они иногда делают вот так, и можно остаться немножко с деньгами. Есть такая примета, что если на вас хорошо упало, то вы станете богатым. Поэтому вдруг вам нужны деньги, тоже приезжайте. Это самый, наверное, полезный совет в этом видео. Приезжайте и заработайте немерено денег. Немерено это я, похоже, преувеличил. Если смотреть на Хорватию глазами туриста, то все кажется киношно прекрасным, но на самом деле в стране хватает проблем. Уровень безработицы тут в районе 20%. Хорошая зарплата считается 1000 евро. Средняя же зарплата около 700 евро. Среди высокооплачиваемых по меркам Хорватии профессий врач 3800 евро, юрист 1290, учитель 920, бухгалтер 1090, айтишник 1150 евро. При этом коммуналка может доходить до 100-150 евро. На продукты уйдет около 300. Если квартира в аренде, прожить на эти деньги не очень-то и просто. Поэтому местная молодежь уезжает работать в Италию, Германию, Норвегию, Ирландию и другие страны. Иностранцу же для работы в Хорватии надо иметь разрешение. Получить его очень сложно. Квоты на наем иностранных сотрудников сокращаются ежегодно. Безработица среди местного населения тоже никуда не делась. Да и чтобы нанять иностранца, компания должна доказать, что среди местных подходящей кандидатуры просто не нашлось. Ну и еще у хорватов очень сильная семейственность, по-нашему кумовство. Говорят, что здесь все через своих, как бы, ну, как и у нас, решается. И если открывается какая-то вакансия, то ее пытаются закрыть членом семьи, другом, знакомым, другом друга, знакомым, 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 собакой какого-нибудь друга, но только не иностранцем.
В 2022 году из-за полномасштабного вторжения России в Украину в Хорватию переехало более 17 тысяч украинских беженцев. Они получили временную защиту и все необходимые права, включая разрешение на работу. С распростертыми объятиями в Хорватии встречают медицинских сотрудников. Чтобы устроиться в больницу, иностранному специалисту нужно подтвердить диплом. Ситуация с медициной в Хорватии, кстати, классическая европейская. Если умираешь, спасут. Если проблема может подождать, то, конечно же, придется подождать. Месяц-два, а то иногда и дольше. Сюрпризы тоже случаются, и окно для пациента может появиться уже завтра. Не болейте, пожалуйста. В общем, врачей не хватает. И в других сферах украинцев тоже приветствуют. Чаще всего предлагают работу в отельно-ресторанной сфере, устраивают официально, платят от 500 до 800 евро, при этом предоставляют жилье и питание. А также в стране рады электрикам и сварщикам. Без проблем находят работу таксисты, фитнес-йога-тренера и преподаватели английского. Ну а лучше всего в финансовом плане себя чувствуют те, кто работает онлайн. В данном месте отлично ложится интеграция моего курса по комплексному интернет-маркетингу от школы цифровых навыков Пара, где мы за 2,5 года уже обучили более 2500 студентов со всего мира. 4 месяца обучения, 2 раза в неделю, лекции вживую, телеграм-канал, телеграм-чат поддержки, отвечаем на все вопросы. С нулевого уровня вы растете до отличного базового уровня, который позволит вам не только работать онлайн, а также путешествовать, если у вас есть такая возможность, фрилансить, работать удаленно, также помогать своему бизнесу. Если вы хотите разобраться с темным лесом интернет-маркетинга, что такое социальные сети, как они работают, что такое контекстная реклама, SEO-оптимизация, контент-маркетинг, email-маркетинг, аналитика, как создавать лендинги, сайты и так далее, мы все всему этому обучаем на нашем курсе. Сейчас можно прийти, заморозить себе низкую цену и уже скоро начать обучение. Также можно присоединиться к текущему потоку. Также, если вашему бизнесу необходим интернет-маркетинг, вам нужны новые лиды, заказы, вы хотите сделать так, чтобы у вас развивались социальные сети, было больше клиентов, вас большее количество потенциальной аудитории узнали, приходите в наше агентство «Пара Agency». Это мой бизнес, я могу гарантировать, что мы очень постараемся, чтобы у вас все получилось. Все детали есть в описании к этому видео. Школа цифровых навыков Пара. Давай разберемся вместе. Национальной валютой Хорватии, которая стала членом ЕС в 2013-м, пока остается куна. Названа, кстати, она в честь куницы. В средние века коричневые шкурки этого животного использовались в торговле вместо денег. На евро Хорватия переходит в 2023 году и таким образом станет 20-м членом еврозоны. Параллельное существование куны и евро продлится весь следующий год. Евро в Хорватии принимают и сейчас. Но не везде. Кстати, друзья, о шопинге. В магазинах Хорватии при покупке товаров на сумму выше 500 местных кун покупатель имеет право попросить чек tax-free и вернуть налог со стоимости товара 22%. Для возврата необходимо обратиться с чеком и квитанцией к специалисту на таможне. В старом Дубровнике вам точно захочется что-то прикупить на память. Это может быть лавандовое масло из острова Хвар, сувенир из белого известняка, который добывает на острове Брач, или галстук, украинскую кроватка. Между прочим, это хорватское изобретение. Также можно купить знаменитое на весь мир хорватское кружево, которое уже много веков делают на острове Паг. Ну вот так вот, ребята, видите, сижу-сижу, ищу кого-нибудь, чтобы повторить этот подвиг, и никак не получается. Вообще в это место в основном люди приходят с утра и днем, но здесь так много людей, что я решил прийти сюда и об этой лестнице рассказать вам вечером. Дубровник – тот город, в котором хочется погулять и потеряться на один, но максимум 2 дня. Если честно, мне кажется, в старом городе здесь больше делать нечего. Нужно брать лодку и кататься поближе к ближайшим островам, а также по тем островам, о которых я вам сейчас расскажу. Из Дубровника советую отправиться на остров Локрум.
Этот небольшой заповедник со скалистым побережьем всего в 10 минутах. Добраться можно на кораблике от пристани в старом городе Дубровника. Весь Локру можно обойти часа за полтора. Там есть один бар, кафе и ни одного отеля или апартаментов. Так что на ночь вы здесь не останетесь. Отыщите на острове красивейший пляж с прозрачной водой, посмотрите на павлинов, единственных местных жителей и полюбуйтесь бухтами. Также с Дубровника можно поплыть на остров Корчула со старым портом, средневековыми стенами, узкими улицами и собором 15 века. Корчула похож на Дубровник, но здесь больше природы и намного меньше туристов. Говорят, тут родился Марко Поло. Если вы ищете покой, тишину и кристально чистое море, то отправляйтесь на Млет. Рекомендую арендовать велосипеды и исследовать необжитую лесистую часть острова или сплавать на байдарках по бухтам вдоль берега. Вообще Хорватия насчитывает более 1000 островов, но только 66 из них заселены, поскольку пресная вода есть не везде. Главный плюс острова Хорватии – это меньший поток туристов. Здесь легко найти дикий пляж с чистейшей водой и зачастую вообще без людей. И это даже в разгар сезона. Если уплывать из Дубровника вам не хочется, можете уехать. Всего в получасе езды находится маленький курортный городок Цавтат с красивой набережной, атмосферными ресторанчиками и пляжами в тени. Цавтат расположен неподалеку от аэропорта Дубровника. Если вдруг вы слишком рано прибыли на свой рейс, можете заехать в Цавтат, прогуляться и скоротать время, насладиться моментом, как делают это сами хорваты. Местные – добрые и отзывчивые люди. Они совершенно никуда не спешат и не торопятся выполнять свои обещания. Тут есть такое слово – «уживайте». Оно означает «наслаждайтесь». Это такой местный глагол пожелания, который все и объясняет. Здесь для многих работа стоит на последнем месте по значимости после семьи, отдыха, встреч с друзьями и болезни кактуса. Примерно половина людей на собеседовании говорит, что готовы меньше зарабатывать, но чтобы было меньше рабочих часов. Тут есть такая местная пословица: «Они не смогут мне так мало платить, как я им смогу мало работать». Но при этом люди здесь умеют искренне наслаждаться жизнью. В то же время, в отличие от других стран Европы, Хорватия не закрывается на выходные. Аптеки, ТРЦ и кафе работают всю неделю. И, конечно же, не все в Хорватии живут в тотальном релаксе. Здесь есть супермотивированные люди, яркие и успешные бизнесмены. Ну, в основном они крутятся вокруг туризма или живут не возле воды. Предлагаю вернуться к туристической теме и поговорить об еще одном знаковом направлении для отдыхающих – городе Сплите. Сплит – это второй по величине и развитости город в Хорватии. Особенно, когда приезжаешь сюда из Дубровника. Вот она, жизнь. Вроде все те же улочки, рыжие черепичные крыши, кафешки, старый город. Но все выглядит совсем по-другому. В Сплите, как и в Дубровнике, есть старый город. И здесь, что интересно, очень много местных. Многие тут не просто бегают по делам, они здесь живут. Вот в этих маленьких двориках посреди сплошной достопримечательности. В самом центре Сплита расположен дворец римского императора Диоклетиана. Это одна из главных точек в городе. Здесь стартуют экскурсии, бесконечно длятся фотосессии, продаются и покупаются сувениры. А каждый день, ровно в полдень, на площади Перистиль мужчины в образах римских воинов начинают трубить. Вечерами же на территории дворца иногда проходят городские концерты. Я совершенно случайно попал на такое выступление, и у меня мурашки по коже бегали. Это тот момент, когда слышишь искусство, видишь его вокруг и еще на нем стоишь. Мировую славу дворец Диоклетиана приобрел, когда стал локацией для съемок 4 и 5 сезонов саги «Игра престолов». Чтобы посмотреть на Сплит с высоты, поднимитесь на колокольню собора Святого Домна. Здесь же, на территории дворца, ты увидишь культовые рыжие крыши, сделаешь классные фото, а заодно и ноги подкачаешь. Вход на колокольню одного из старейших соборов мира стоит 3 евро. Спальные районы Сплита существенно отличаются от старого города. Там многоквартирные постройки времен Югославии, а также частные домики хорватов и других европейцев.
Пока в старом городе все несутся по узким каменным улицам, здесь, на асфальте и земле, размеренно течет жизнь. Люди гуляют с собаками, ухаживают за своими клумбами и мини-огородами. У многих растут помидоры, персики, малина и пряные травы. Для хорватов очень важно есть свежую, здоровую и вкусную еду. Кухня Хорватии сильно разнится в зависимости от региона. На севере и в центре страны кулинарные традиции отражают венгерское и австрийское влияние. Там рацион хорватов включает куриный или говяжий суп, мясо, чаще свинину, картофель, хлеб и овощи. В прибрежных районах на столах морепродукты, паста, ризотто и полента. В высокогорных районах Далмации часто готовят баранину. Классический хорватский завтрак довольно простой. Он состоит из крепкого кофе и хлеба с вареньем. На ужин местные едят то, что осталось с обеда – холодные мясные блюда и хлеб с сыром. Перед едой хорваты выпивают небольшое количество сливовицы – ракии со сливами. Крепость этого алкоголя в районе 45-53 градусов, так что будьте осторожны, если решите попробовать. Местные, как правило, обедают дома и только иногда перекусывают в заведениях. Ходить в рестораны считается дорогим удовольствием, но чашку кофе в кафе хорваты себе позволяют частенько. Я в ресторанах обедал почти каждый день и могу сказать, что это было неплохо. Но душу за их овощной салат я бы, конечно, не отдал. То же самое мои коллеги говорили о рыбных и мясных блюдах в Хорватии. Одна моя коллега даже отравилась ризотто. Ну да ладно, не об этом. Мы обедали в туристических ресторанах в старом центре Сплита и Дубровника. Возможно, просто не попали в правильное место. Ну да, попыток было много. Обед в недорогом хорватском ресторане обойдется вам где-то в 15-20 евро на одного, и это без учета спиртных напитков. При желании можно также подкрепиться и в кофейнях, и в кондитерских. Цены там гораздо ниже. Для туристов с детьми, которые рассчитывают на классное разнообразное питание в хорватском отеле, у меня есть новости. Качество еды в отелях довольно высокое, но нет такого разнообразия, как, скажем, на курортах Турции или Египта. С ребенком в Хорватии лучше селиться в апартаментах и готовить самостоятельно, покупая свежие продукты на рынке. Цены там нормальные, продукты вкусные, главное, чтобы было вдохновение и время готовить в отпуске. Кстати, именно на рынке можно почувствовать себя местным, поболтать с продавцами, пожелать им хорошего дня. Если вы, конечно, будете говорить на одном языке и друг друга понимать. А сейчас мне нужна ваша помощь. Если вы живете где-то за границей, либо знаете кого-то интересного, живущего за границей, пожалуйста, напишите мне контакты этих людей. Я хочу в будущем продолжить снимать экспаты со всего мира. Не знаю, куда я поеду, когда я поеду, но уже сейчас я ищу этих интересных героев. Возможно, это Америка, возможно, это Азия, возможно, где-то в Европе. Пожалуйста, напишите. Также я хочу начать снимать новый формат о тех людях, которые увлекаются тем, что они делают, и тем, чем они живут, о каких-то интересных местах, фантастических профессиях, увлечениях и так далее. Что это еще будет, я точно не знаю, но точно знаю, что это будет что-то интересное. И в этом направлении мне нужен помощник. Человек, который может делать ресерч, находить информацию, искать интересную тему, находить людей, делать кастинг, интервьюировать людей, подбирать локации, подбирать информацию, работать с организацией всех съемок и всего остального, говорящий на иностранном языке, умеющий решать вопросы, и человек, который этим горит, который вот как следопыт может влезть и искать, и искать, и искать, ему это интересно, он получает от этого удовольствие, а не просто работает за бабло. Работа будет по проектной, а мне нужен помощник. В ближайшем будущем, ну как в ближайшем будущем, через несколько месяцев я надеюсь, что мне получится куда-то поехать и начать снимать такие видео, которые будут раскрывать вам интересные места, интересных людей, интересные хобби, увлечения и так далее. В общем, если это вы, либо кого-то такого знаете, пожалуйста, напишите мне на почту. Если вы герой, тоже, пожалуйста, напишите на почту. Либо знаете кого-то, живущего где-то, тоже, пожалуйста, напишите. Либо какие-то темы вы хотели, чтобы я бы раскрыл, потому что я хочу снимать больше документальное кино, тоже, пожалуйста, напишите. Благодарю.
Сплит, как и Дубровник, хорошая отправная точка для путешествий на острова. Так можно посетить очень живописный брач с уютными бухтами, скалистым берегом и парочкой песчаных пляжей. Из камня с острова Брач, кстати, построен дворец Диоклетиана в Сплите, а также парламент в Будапеште и Белый дом в Вашингтоне. Из Сплита можно поплыть и на остров Хвар. Там стоит съездить на винодельни, подняться в крепость над городом и увидеть панораму всех крошечных ближайших островов. Вечером Хвар шумит и движует. Фанатам-вечеринкам, конечно же, здесь понравится. Также, друзья, советую заглянуть на Вис, рыбацкий остров в центре Адриатики. Здесь каменные домики вдоль бухты, маяк, несколько рыбных ресторанов, пиццерия, рыбацкие лодки, церковь и пляж. Пляж галечный, вода прохладная, но кристально чистая. Незабываемые впечатления гарантированы. Ну, а я вспоминаю этот остров. Да, когда-то мы там были в командировке и заезжали туда на обед. Прям, ну да, очень красиво. Это было давно. Я еще ничего не снимал, даже Инстаграм свой не вел. На острова, друзья, можно также попасть и на пароме. Это уже не транспорт, а начало путешествия. Сидишь на открытой палубе, пьешь кофе, рассматриваешь проплывающие мимо парусники и острова. Уверен, что и острова, и Сплит покорят ваши сердца. Мне, кстати, Сплит понравился больше Дубровника. Я до этого много бывал в Хорватии, на островах, и в Сплите, и в Дубровнике, но в этот раз мне Сплит показался каким-то более душевным, что ли. Приезжайте, увидите невероятную Адриатику, уютные пляжи с запахом хвои, яркие дворики милых котиков, древние соборы, площадь Республики, которая похожа на Сан-Марко в Венеции, набережную Рива, а также душевный пирс, на котором я провел закат и завершил один из насыщенных съемочных дней. Приезжайте-ка вы, друзья, в Сплит. Здесь хочется бродить по улочкам, пить неспешно кофе, наслаждаться архитектурой, видами, взять экскурсию, послушать об истории, покупаться в Адриатической бирюзе. Иногда, правда, прохладные, но все-таки вода здесь чистейшая, а также насладиться закатами. Они здесь просто волшебные. Многие смотрят на эту красоту и думают, вот бы здесь жить. Но напомню, друзья, что 90% населения составляют хорваты. Иностранцев здесь неохотно принимают, потому что работы не хватает даже своим. Так что да, переезд в Хорватию – это задача со звездочкой. Вариантов получения ВНЖ есть несколько. Самый популярный и простой – это брак с гражданином Хорватии. Второй – это бизнес-иммиграция. Когда открываешь компанию, нанимаешь минимум 3 хорватов со средней зарплатой в 700 евро. Семью можешь потом перевести по воссоединению. Третий вариант – это трудоустройство в хорватской компании. Всего 7% населения имеют высшее образование, поэтому высококвалифицированные специалисты ценятся, особенно в таких сферах, как маркетинг, менеджмент, инженерные науки, финансы, медицина и судостроение. Также ценятся спортивные или культурные достижения. Переехать поможет и учебная виза, но только если вы поступите на длительный срок в государственный вуз. Работать по этой визе нельзя. И еще важный момент. Покупка недвижимости в Хорватии не дает вам права на получение даже ВНЖ. А ПМЖ Хорватия предоставляет только после 5 лет проживания с временным ВНЖ на законных основаниях. ПМЖ в Хорватии – это вторая ступенька на пути к паспорту страны, а следовательно и гражданству ЕС. Претендовать на гражданство Хорватии можно только после 10 лет проживания в стране, последние 5 лет с ПМЖ. При этом нужно сдать тест на знание конституции страны и знание государственного языка. Также стоит знать, что Хорватия не признает двойного гражданства. В общем, с переездом в Хорватию все сложно, зато в качестве туриста здесь вообще прекрасно. Если тебе комфортно с собой, то тебе всегда будет комфортно и в Турции, и в Италии, и в Хорватии. Ну ладно, еще тебе понадобятся деньги. На 10-дневный отдых в Хорватии нужно минимум 1700 евро на двоих. Но я всегда считал и считаю, что впечатления бесценны. Друзья, это были очень интересные, интересные, местами, возможно, неинтересные факты о Хорватии и о жизни в Хорватии. Да. Вы знаете, мы так сильно... Да?
Вот видите, да, мы так сильно с командой старались сделать этот выпуск интересным, насыщенным, что будем... Видите, даже местные хорваты нас понимают, мы так стараемся. Так вот, мы с командой хотели сделать этот выпуск настолько насыщенным, так старались, что нам важна ваша обратная связь. Пожалуйста, напишите в комментарии, какой из фактов, либо какие из фактов вас больше всего удивили. И да, посмотрите, пожалуйста, экспаты о жизни нашей в Хорватии, но также у меня много подобных выпусков о фактах из других стран. Да. Все, пока-пока. Хвала. 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 Пока-пока.